традиции. У нас тут баня была. Жизнь, как всегда, она чувствует, видимо. Вот когда купаем, она потом всегда с ними. Все она понимает. Да уж скажи. Что ж скажи, я понимаю, да, Джессика? Купаем, когда они, весь табор стоит с нами в поддержку. Сейчас расчешем, посушим. Кто там кусается? Мамка поиграется на прощание. Лакуша тут пришла. Такой пушистый. Вообще, прям у него шерстяга, конечно. Лакуш, ты тоже пришла жалеться. Все любят пожалеться. Ай, лордик. Ну, как вы поняли, да? Это прощение с лордиком. Перед отъездом мы всегда их купаем. Не знаем еще, как назовут. Семья из Волгограда. Так что наши городские все будут, да, Джейска? Это четвертый ребенок уже едет в город Волгоград. Будет жить пока в квартире. Но у них уже есть дом. Огромный участок. Будет царь. Пока, пока малявочка. Ну, наши детки приучены к пеленке. Так что будет царь. И лордик – это подарок. Да. Это подарок для жены. Этот подарок должен был уехать через недельку. Но семья не выдержала. Да, лордик? Хозяин не выдержал, сдался. Сразу, через полчаса. Да, хотели в следующую пятницу. Сегодня суббота. Хотели в пятницу приехать за ним. Но через полчаса позвонил хозяин, сказал, все. Сдался, рассказал. Приедем сегодня. Как за таким чудом не приехать? Да сразу. Как можно целую неделю ждать? А Маше страдания? Да, Маш? Все, уже обревела. Ой. Жалко, конечно, с ними расставаться, но ничего не поделать. Наши все в замечательных семьях. Как вы знаете, я и по голосу определяю. Если мне голос не нравится, то все. Уже начинаю отговаривать человека. Замечательную семью. Двое детей у них. Подрастет и будет жить в частном доме. Ай, Джейска. Маман наша. А, Сисяндер, да. Ну-ка, давай-ка. Под шумок. Джись, почисти свою. Было. Ой, тю-тю-тю-тю, тихо. Ай, сейчас послушаем. Ты такой классный, а? Счастливый.